Отдай. Ага, за нос ее. Да ты говоришь, палку, мама, мама. Она тебе сейчас всю куртку порвет. Не порвет, а и кошка. Все, дай. Отдай. Да отбирай. Во, бросай. Она. Иди. Ко мне. Отдай. Неси. Палку. Отдай. Ну во, молодец. Ну все, пойдемте дальше. Неси. Ко мне. Дай мне-то хоть раз палку. Она тебе не отдаст. Отдай. Она и тебе-то особо не хочет отдавать. Ну да. Все, 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 все. Все. Дай. Ада, не отдавай. Отдай. Ада. Все, хватит. Все, поиграем, хватит. Ну не хочет тут отдавать. Ау, падла кусается. Ну все, не получишь палку, Ада. Все, нельзя. Возьми ее за поводок. Ну все, бросай палку, она не убежит от меня. Она побежит. Нет. Пойдем, Ада, гоу. Пойдем, Ада, Ада, пойдем. Во, вон где хозяйка. Да ей палка нужна, а не ты. А она, ей нужна я. Но не в пакетке. Ты подержи, я пока себя заберу. Так, Ада, у нас сегодня какое число? Сегодня у нас, наверное, 7 апреля. 8 апреля. И куда мы, Ада, с тобой приехали? А, вот тут по одной софе, что ли? Нет, там 3 или 4. Но у меня еще есть, если это... Ты вся грязная. Я вижу. Поэтому мы тебя сильно не покажем с Адой. Пошли, Ада, погуляем. Куда? Ага, палочку хочешь. Не, без палочки. Пойдем без палочки. А, да. Все равно. Да я знаю. Пойдем. Так, сегодня мы, Ада, куда приехали? На остров Татышево. И сейчас мы вот туда пойдем. Ну мне зачем грязный суп? Так я тебе не грязный. Так, сейчас мы еще пару. Я какой недалеко. Ага. Так, бери, вот, вот сзади меня где-то. Дай я прощаться, ложи один. Окей. Так что мы пока прекращаемся. Во. О, здрасте, уважаемые подписчики. Подождите, камера всего там 2, да? Каких 2? Нет, 2. Уже больше. Сколько? Уже 4. Нифига! Маринка подписалась, да? Нет, не знаю. Кто-то подписан. А-а-а. Потом, когда мы станем, мы с тобой будем. Точно, популярность. Сегодня у нас, наверное, 7 градусов на улице. Наверное. Ну, сегодня лучше, чем вчера. Вчера вообще ветер был. Да, вчера было ветрено, я ходил. О, смотри, вон там мы можем спуститься, чтобы она... А вот тут вот все... Все замерзло. Так. Не знаю, видно было или не видно. Сейчас, наверное,
приеду и опять все видео будет здесь, потому что идем. А, мы можем на стоп перейти. Зайти за амбу, чтобы она попила, а потом уже на амбу. Ну мы ж не пойдем здесь спускаться-то. Там есть спуск. Ну вот нам до туда сначала надо дойти. Вот там-то. Я вам могу сказать, не заводите хаски, это тяжело. Это реально тяжело. Так. Ну что вам рассказать-то? Вам рассказывать нечего. Что я иду просто так себя показываю? Ну, да. Даша, ты хоть что-нибудь расскажи. Что рассказать-то? Да хоть что-нибудь. Завтра воскресенье. Ну да, это... Да, это очень ценная информация. Ну, естественно, для доходов огромная аудитория. Да. А, смотри, тоже застыла. Да. Ну ладно, пойдемте прямо. Да вот же прямо. Ну прямо-то вот, а там встречный поток. Большая. Как будто здесь кто-то катается. Да. Ты? Ты не видишь, я в роликах. А, точно. Вот, видишь, какую мы информацию выяснили? Наташа слепая. А он в роликах. Да. А собака в шляпе. Вообще, кто я? Даже не объяснил, кто вообще я. Что за человек с собакой? Да так. А, бабушка смешная, да? Привился. Привились, познакомились. Вроде нормальный человек. Даже с собакой породистой, да? Да. Сперла очередную собаку. Вот и несу на рынок продавать. На какой? На центральный или на колхозный? На колхозный, там больше вероятность того, что я их продам. За пятерочку, за десяточку, да? За пятерочку, не за Так, а ты же у меня уже было видео в боулинге. Ну и что? Ну ничего, там 11 просмотров. Вау. Мы популярны. Да. Видишь, как ты мне рейтинг? Я думаю, что самый популярный. Видео с тобой повышает просмотры. Ага. Так. И видео с моими неудачами, как я играю в боулинг классно. Ну. А ты даже не видел. Не надо, не надо. Не надо. Не надо, держи. Так. Это если что, моя собака. Чё? Чё, нет? Ты её вообще украл у кого-то, за пятерку продать хочешь? Ну она же моя сейчас. А, ну сейчас, когда ты её украла, то да. Ну. Кто-то едет на роликах. Я вот не умею кататься на велосипеде, но так хочу покататься на велосипеде. Ага, убьешься. Это надо в детство. Да, можно сесть и поехать, это я раньше боялся на велосипеде. На роликах умеешь? Я и на роликах, я раньше на роликах катался одно время. Угу. А раньше я велосипеда боялся. Убийца боялся? Я помню, меня отец пытался научить. Сюда тоже приезжали кататься. И что-то, ну мне страшно было тогда. А сейчас, я думаю, я бы сел и поехал. Ну так, возьми велик на прокат, сядь и поедь. Ага, если я убьюсь? Ну, это твои проблемы. Угу. Ну, сзади, если еще просто посмотрим, то ты убьешься. Ах, ну да. А, вы как раз мимо на центральный рынок и пойдете. Вообще-то на колхозный. На колхозный, да. Простите. У нас есть центральный в Красноярске и колхозный. Ага, только на колхозном продают животных, причем конкретно. А на центральном продают все. Да. Животных не так много. Да. Так, мы пойдем вон туда, наверное. Мне кажется, на колхозном рынке можно купить даже лягушку. Да, там продают. А сейчас бы лягушку купить. А сейчас супчик сварить. Ага. Тема, чем мы хуже французов, этих лягушатников? Если мы вот так вот прямо все равно вглубь пойдем вот туда вот. Вон туда идем. Мы к июню выйдем вообще. Наверное, мы июнь. Пойдем где-то зеленым прямо. Так вот нам вот туда идти. Ну пойдемте. А, да. Мы прошли километр 700 метров. Я доходил до 3 с чем-то. Километр 700? Где моя морда? Так, у нас есть запись 9 минут. Мы можем записывать. Так. Я доходил по этим отметкам до то ли 3-4 километра я проходил пешком. Жалко. Человека вон там поезд такой.
сзади, на спине. Угу. Это специально для него, на него можно прицепить собаку, то есть за поводок. И он будет кататься сам на горе, как собака будет ехать. А да выправить. А что она взяла? Дерево. Дом будет строить. Ада, ада. Ну-ка. Надо ее, я думаю, привязать. А чтобы это сделать, нужно вот так сделать. Ну-ка, давай посмотрим, как ты будешь привязываться. Мастер-класс. Только на 2-3 узла сделай. Понятное дело. И пробеги с ней. Ага, не. А, да побежали. А, я тебя побегу. Так она на коротком поводке и меня заодно тащит. Так я и хочу этого. Так. Она меня убьет. Для каникроса нам... можно перешли. Нам вон туда, вон туда, вон туда идти, в самую губь. Лето здесь, конечно, красивее. Знаешь, такое необычное чувство. Ладно, ну побежали хотя бы. Я тебе побегу, ага. Ну грохнется твоя хозяйка, она тебе не хозяйка, она тебя украла. За пятерку хочешь продать. Ну зачем мне покалечиться из-за какой-то собаки? Не знаю. Вообще я продуманный человек, видишь? Да. Вообще мы сейчас твою эту теорию проверим на практике, а-а-а, когда побежим. Нет, там специальный поводок должен быть, там на резинке, он упругий и растягивается. Mm-hmm. А тут я убьюсь. Да. Это же экипировка вся покупает. Он... комар. Смотри, комар. Mm-hmm. Ну что вам еще рассказать? Вот мы еще можем болтать 7 минут. А-а-а. О, побежали. Ада, йоу. Не балуйся. А, да. Вот. Не балуйся. А потом мы пойдем аж на главпочтам. Отдай. Отдай. Ну все, драка. Нападение. А на лапу, лапу, лапу эту. Я вижу. Я же еще... я же еще не обработал то видео, где мы были в этом. В Сибирь, когда ездили, я его так и не смонтировал. Да. Вот я смонтирую то видео. И вот это, которое сейчас снимаю. Смотри, собаки бегают. Не вижу. Черненькая. Вон сорока летит. Черненькая. Угу. Летом здесь будут суслики. Ага. И Ада будет охотиться на сусликов. Суслик ее сам сожрет. Это суслик-то маленький. У меня в Инстаграме фотографии есть. Ясно дело. Мы сожрем его не все. Он там не попадает. Он сразу раз в норку и все. Ага. Она еще и копать будет. Так. Рассказывай что-нибудь. Я ж не могу идти, ну, слушай, молчать. Моя идея работает. Смотри. Очень удобно. Ты хоть расскажи, кто ты, что ты, где ты, как ты. Я же не решили, кто я, же бомж. Нет. Но перед этим еще сперла собаку. Нет, ну это же мы вымышленно. Ну а вообще, я... вообще тебя зовут Изольда. О, смотри, суслик, блин. Кто, суслик? Конечно, он нырнул. Маленький. Тебя звать Изольда. Вообще, ты же зовут Наталья. Ну ладно, Наталья. Наталья, сколько вам лет? 20. Сколько языков вы знаете? 2. Немецкий, французский? Английский, хромающий. О, них! Не неси херню моим подписчикам. Английский она знает. Вообще-то... ни хрена она не знает. Speak English. Ага. Вот и все, что она знает, кроме... Я много слов по-английски знаю, даже фразы. Ну да. Прям в Америку лети. Ну, в Америке практика будет языковая, это хорошо. В общем, она знает только русский. Не надо мне тут еще и английский. Ни хрена она английский не знает. В России детей заранее учат английскому языку. Ни хера она не училась английскому. Ага. Ее учитель стойку на руках пообещал сделать. Ну, она так и не сделала этого. Но а, ты, ну, почему? Ты же четверку за четверть тогда не получила. Ну вот как раз предыстория, почему она сказала, что стойку на руках сделает. Ну вот, давайте хоть послушаем. Сказала... так, мою фамилию сказала. Сказала так.
А ты что, не хочешь свою фамилию, что ли, говорить? А зачем? Все, секретная информация. Супер секретная информация. А то еще плюс 1 000 000 подписчиков ВКонтакте у меня будет. Да. Она? Если я закончу четверть, точнее, даже если, а когда я закончу четверть... На четверку. Ну, вообще, по четверку в конце там была. Он на что-то взяла... А, ну ладно. А, да. А та шишка была. А. Как только я закончу четверть, она уже отвалит от меня наконец. То есть больше не будет моя преподавателя. Она сделает стойку в руках. Если ты получишь четверку. Вообще-то, когда я ей сказала, типа, все, ваша очередь исполнять свое обещание, она сказала, это просто, что ты зашла четверку. Но мы это не обговаривали до этого. Ой, вот жалко мне она на... Вот у меня на этом телефоне есть запись, но ее никак не восстановишь. Ее зовут... Точнее, мы ее звали Святочек. Помнишь? Святая женщина. Святок. Сколько лет назад это было? Ой, как будто это было вчера, понимаешь? Вот именно. Уже столько лет прошло. Так, у нас еще... А мы потом что-нибудь удалим и дальше продолжим разговаривать. Ну, как вы поняли, мы с ним были. Ну да, как бы неожиданная информация. Да. То на воровка... Собака, тут уже со мной в одноклассниках была. Ну, а почему вор не может учиться с тобой в этом классе? А? Ну ладно, предположим. Ну, сейчас я учусь на ветеринара. Да. Я... Чтобы из клиники животных ворова. А, ворова животных из клиники уже здоровых и продавать. Ну, ну да. В тележку с супермаркета их садишь и вывозишь. Кстати, нормальная вот такая вот тема, да, с собакой гулять? Ну. Я думаю, буду так часто делать. Она вроде как и меня подгоняет, и